Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В воскресенье в Самарской области ясно и тепло, без осадков. Днем плюс 16, плюс 18 градусов, ночью 9-11 выше 0. Ветер западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 18, ночью 11 выше 0, западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 17 градусов, ночью 11 с плюсом, ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, днем плюс 17 градусов, ночью 9 с плюсом, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.